Вот этот вообще прекрасный котенок. Он такой шустренький, маленький, ласковый. Мордашка такая, прелесть маленькая. Глазки не вытираешь сам, да еще. Еще мама не научила. Этот прям грустняшка. Давай его в коробку обратно положим с батюшки. Эту газету оборвем. Так, когда они бодрствуют, они носятся по всему подъезду. И это просто жалость такая, что все проходят мимо. И никто не нужен никому. Посмотрите, я еще раз покажу. Вот такой солнечный ребенок. Чьи, мои хорошие. Чьи такие глазоньки красивые. Чьи сладкие. Не могу приезжать сюда в Подольск каждый день. Я их сейчас положу им с корма, налью водички. Вот мамочка, а где-то второй вообще какой-то грустный. Ты не заболел? Вот он такой второй, малышка. Они рыжие чудики такие. Живут по всему подъезду. Никому не нужны. Пожалуйста, люди, обратите внимание. Посмотрите, какие они. Да, покажи свою мордашку, лапуль. Давай глазки вытрем. Ну-ка, глазки вытрем. Ты еще не научился глазки мыть? Не научился глазки мыть. Такие вот... Рыжих два комочка. Два комочка. Чего мы такие грустные? Сейчас я кормить вас буду. Да, мои сладенькие. Мы пока не знаем, как котик это или кошечка. Сиба, кто там? О, нет. Ну, значит, единственный кусок провода не спрятал. Вон там натяжку, но никак не найдет. Сиба.